Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Мишка. Всем привет. Ребята, вы просили, чтобы мы вернулись в охоту за ведьмами и продолжим. Мы сюда вернулись. У меня есть давние счеты с Юлей, так как я там здорово так просрал. Не знаю, у кого. У нас небольшие новые правила. В общем, мы как должны будем делать? Прятаться, но часто меняться. Я, то есть буквально... Вышла. 5 секунд. Вот, Юль, ты проходишь мимо, и я должен как шпион постоянно передвигаться. Так что, все, погнали. Я пока смотрю, где этот толстобан бегает. Так, я буду потихоньку перемещаться. Какой-то опасно. Все, так, все, валим. Валим отсюда. Короче, вот также будем предмет, меняться. Которые лежат вот именно... Так скажем, неестественным способом. Я буду вокруг Юли все время летать, все время где-то тусоваться. Ну, какая разница, что, чем так, я буду заниматься? Я что-то видела, как будто... Ничего, листочек. Конечно, здесь просто летают листочки. Здесь просто ничего не происходит. Ты как, ты можешь стать листочком? Конечно, я могу стать чем угодно. Даже воздух, даже твоим пузом, я бы сказал, могу стать. Давай, валяй отсюда просто. Тебе курица врет, они все тупые, курица, Юль, ты не понимаешь? Это здесь ты, конечно, конечно, 100%. Курица, это давай, засылай. Да, быстрее ящик, лети. Да, ё-моё. Все. А куда ты улетел? Все. Я вон тебя как будто выталкиваю. Так, все. Это нужно аккуратно. Мне осталось всего 45 секунд. Мы поставили быстрее, на 2 минуты. Юля, быстрее. Так, я продолжаю. Фу, Ива, Матрёна, нафига зашевелился, а? Блин, ай, вали лестницу, беги. У него хипов полно, не застревай, валяться 30 секунд, мать твою. Давай, умри. Ай, блин. Вот, я не знал, что твоя пузатая морда сюда прибежит. Я знала, что ты куда-то туда увалился, но я думала, вдруг можно с другой стороны. Ну, слушай, пройти. Постоянно перемещаться очень сложно, но интересно. Мы будем по такой тактике фигарить. Да, хорошо. Все, ребята, короче, теперь я охотник, я точно найду Юлю. Фишка такая, что игрушка находится в Greenlight. Если что, голосуйте за нее. Все, Юля прячется у нее. Здесь. Я, знаешь, по привычке что-то. Все, я не палю, без мониторинга. Все, Юля, я тебя жду. На стрим мы ее обязательно возьмем, так что все будет круто. Ссылочку я потом, если нужно, оставлю опять же в описании. Точнее, так ее оставлю. Все, я пошел искать правила, Юль, ты помнишь, да? Да. То есть ты должна перемещаться. Так, что-то я видел, 100%. Вот отвечай. О, братан, ты попал. Нет, надо быстрее. Все. Нет, где-то там все. Ну, я ж попал. Где ты? Во, стой. У тебя же мало жизни. Я стараюсь вообще, как я стрейфлюсь туда-сюда. Царь, на 20, быстро. Ты видал, как я... Увиливал от тебя. Маленький что? Предмет, у него мало жизни, но фиг попадешь. Я столько картошки испулял. Все, я теперь ведьма. Очень хочется реально в эту игру поиграть толпой. Так, у меня, в принципе, давай, полно прячься. Время. Я сейчас быстренько запрячусь как-нибудь тут. Клево. Меня так прикалывает на картинке, когда кура уже подготовилась. Она так смешно все выглядит. Повалил. Кура. Во-во. Ну, короче, я считаю, что Разраб молодец. Выпускайте зверя. Все. Быстрее. Все, я готов. Я сначала жду Юлю, а потом начинаю перемещаться. Хотя я сразу начну перемещаться. Так, все. Поехали. Так, где она там? Эй, я что там выглядывала? Все. Это ветерок. Гнилая свечка на меня, что ли, напала? Вообще. Я тут заглючила что-то вообще. Свечка на Юль напала? Серьезно, я тебе отвечаю. Я не буду говорить, вижу ли я Юлю. Вот это вижу. Что такое? А, или это Что произошло? Прям опасно. Ой. Да? Как опасно. Ой-ой-ёшеньки. Ой-ой-ой, как опасно. Ой-ой-ой. Вообще где-то рядом? Ой, да. Сыр, может, кусок сыра? Вообще сыр. Как ты меня увидела. Невозможно. Да. Мишка какая-то. Как ты так произошло? Да. Боже мой. Кура, давай. Ну, кура, ё-моё. Все, осталось всего минуту. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Где ты? Совсем так. Так, аккуратненько. Да. Сейчас кура, побежим. Йо. Кура, какой-то я же тебе говорю, куры там, не помогают. Цып-цып, там все дела. Куда, да. Позови Кукарекмана. Да, Кукарекман. Да, вот да, стой, вот что-то двигается. Ничего не двигается. Да, это ты! Какого хрена, я все время перед Юлей бегаю. Валим, надо очень хорошо управлять. Так. Куда он делся? Давай он так искренне. Да, все, Юль не найдет меня уже никогда. Ну, блин, почему-то нет места. Ты что, дурак, что ли? Как нет места?
Давай превращайся, мать твою, ты что, издеваешься? Вон он опять! Давай! Давай, дурак, все! О, было жарко. Согласна. Видали, я прям вот перед Харей Юлиной, все, теперь я охотником буду. Ну, в этот раз более-менее уже как просек фишку. Все, давай, все. Ну, не, это неинтересно. Давай, я жду пока тут в окнах. Кстати, тут, кстати, интерьер даже есть в окнах. Картины, стулья. Прикольно, слушайте. Серьезно? Фига себе. Ну, ладно, жду 5 секунд. Так, давай. Что, Юлёк? Не пали, давай. Все по чесноку. Все, пошли. Юль, ты вот ты что делаешь? Объясни мне. Прямо перед моей хай. Ты подожди, пока я. Да, побежала она тут. Ё-моё! Блин, у меня этот хрен очень медленно бегает. Вот-вот, я пыталась. Вот куда она могла побежать? Ладно, хоть здесь тупиков, так скажем, много. Так, вот теперь я не знаю реально, где Юля. Вообще представить даже не могу. Так. Юлия, мне нужно знать, где. Юля. Опа! Ты что, с ума сошла, что ли? Сама себе устроила. Как все, сбежать? Вот что тебе нужно было здесь, я не знаю. О, слушай, я выглянула посмотреть, где твоя харя наглая. Слушай, она что, обновляется? Раньше как будто просто исчезала, а сейчас труп ведьмы валяется. Я не помню. Сейчас я попытаюсь тебя уничтожить. Ну что, я тащун теперь, что ли, все? Да. Поменялась местами? О, все, я знаю одно местечко, где ты фиг не так, давайте, я не могу больше ждать. Все. Выпустите отлично, меня, все. Пожалуйста. Ты фиг меня найдешь, но я должен буду шевелиться. Ой, это... А ведь не сказано, прыгнул. Что я должен далеко шевелиться. Я же могу просто на месте шевелиться, правильно? Гениально. Ну все, так, я подожду. Ой, я врезалась. Давай. Так, давай. Хорошо. Ладно, я лучше без прыжков. Ты где-то... Так, где-то я, неважно где. Я могу шевелиться, ты меня не заметишь, на самом деле. Вот прям, да? Я, между прочим, перед твоим носом шевелюсь. Да? Понимаешь? Перед моим? Прям значит, вообще, перед твоим. Ах ты, гаденыш! Как ты туда задумываешься? Да ну, блин! Блин, вот, ну ладно. А если бы ты не сказал? Да, я знаю, но... А иначе я бы вылезти не смог, понимаешь? Да? Конечно. Ну, я в том смысле, что... Если бы я ушла. Ты, ну, а так я должен часто перемещаться, понимаешь? Уговоры, как говорится. Ладно. А кто сейчас кто? Я ведьма. А, да-да-да-да, так быстро все меняется, слушай. Ну, блин, вот обожаю Проб Хант, это просто не знаю. Вот особенно в такой стилистике, это просто... Так! Вот я прям не могу. Ну, у меня глаз иногда, глаз на монитор. Я прям угораю над ней. Все, я... Все время такое припали. Ну, я тебе говорю, я еще не знаю, с компьютерных залов привычка мониторить, все. Нельзя просто так взять и не припалить. Юля, ты издеваешься, что ли? Ты хоть знай, где бегать можно, а где я нельзя. Я не думал, что ты уже это вышел на свободу. Ну так ты смотри сверху счетчик, но между прочим, реально, я настолько медленно тащусь, вот хотя бы замедление тащусь, какое-то давай. Было. Так, вообще. Ну, я, в принципе, представляю, куда могла Юля побежать. Так. Давай. О! Да я! Беги, Юля! Пружину беги, видел, беги, пружину. Беги. Блин, ну я пока целую минуту могу реально по кругу просто с тобой гоняться. Где ты там? Так, вот сейчас я реально потерялся. Я потерял. Так, стоп. Так. Нигде никого нету, вроде как. Да пока вроде нет. 100% не вижу. Так, пора куру впрягать, я не знаю, что. Кура, объясни. О! Курочка! Дура, ё-моё, кура! Предательница драная, ты тоже на суп отправишься. Вместе с тобой будет тыквенный суп. Где этот? О, да блин! Охренеть! Как нужно стрелять, чтобы Юль попасть? Это как надо убегать, чтобы блин, меня не попали? Я думал, если честно, что здесь, как сказать, Юля... О, обхитрил! Серьезно, все попалось, прикинь? О, я так долго продержался, осталось-то вообще! Я тебя хотел окружить вот здесь, в углу. Окружить? Серьезно. Это меня. Ну, в тупик тебя запихать. Так. Кем я был? Все, я теперь ведьма. Запихую тебя как следует. Давай, посмотрим всё. Сейчас, кто кого запихует. Я почему-то заметил, мы прячемся только в тыквы, свечки, очень такие заметные мелкие, вещи. Мелкие. А ты не пали тоже, знаешь? Ты еще так... пока не спрятался. Я, знаешь, вот так, ведьма, останусь и буду тебя скрываться. А, кстати, возможно,
Вот, так, я ну, не, это сложно, Юль, на самом деле. Мне пси... Ну, давай, вот все, ради... я вышла. Ради интереса я буду тупо ведьмой. Интересно, серьезно. Я вообще увижу. Ну, не знаю. Но я буду меньше перемещаться, потому что, ну, пипец. Если так. Ты увидишь, это я харя такая. Блин, это... Короче, тестовый раунд. Просто... Кстати, даже так интереснее даже. Мне это как интересно. Не могу тебя никак найти. Хорошо. Я даже не вижу. Тут все в таких тонах еще... Каких-то в темных. Ты такая зеленая ведьма. Вон ты. Так, стой, куда ты побежала? А ну, карга, стоять! Нафиг, а ну валим боком. Блин, я в сортире, не надо меня убивать. В сортире вообще все, никого здесь нет. Юль, да как я давно исчез, все, нет тут никого. Эй, а куда ты исчез? Ведьма убежала, я тебе серьезно говорю, она скрылась. Так. Ты, кстати, на Джокера похожа, если честно. Все, да блин. Я убила тебя, а да, ты кем был? Да я в тыкву превратился, думал это. Я просто видела, как огонечек. Тоже ведьмы. Это вообще анрил какой-то. А как ты летал? Я на пружину просто прыгнул, летал он, блин. Давай. Так, ты ведьма. Да. Помни, что ты не меняешь свой облик. Фу, давай, тестовый еще один матч чисто ведьмы. Но уж если критическая ситуация будет... А откуда ты, интересно, появляешься вообще? Ну, блин, я даже не могу сказать, откуда я. Сюда я вы... сам не запомнил, откуда. Все, 4 секунды, Юля, осталось. Я если что, не часто шевелись, иначе, ну, ты сама понимаешь, слишком легко тебя найти. Все, я вышел, если что, буду тебя искать. Здесь даже курица мне не нужна. Так, карта большая, тебе есть куда скрыться, я использую пружину, чтобы... Я даже тебя не вижу. Разглядеть. Не, я тоже тебя не видел. Я, короче, знаешь, что? Чё? Пару раз пружиной так пользовался, что застревал на крышах. Реально, да? Помогает. Но я тебя не вижу, кстати. Вот серьезно, я тебя не вижу. Так что можешь пока не беспокоиться. Блин, торся. Вот, ну, а, кстати, гораздо опаснее ведь. Серьезно. Блин, ну я реально, Юль, не вижу. Ладно, курица, может, хоть даст знак. Да. Слушайте... Но я без понятия, где она. Где она там прячется? Она еще перемещается, я, может, на это место приду, я уже нету. Так, ну, явно Юля не на площади где-то. Юля по закоулкам, да, носится каким-то? Жопа такая. Блин, ну ты слышишь, зеленая задница. Где она? Блин, даже понять не могу. Ёба, вообще. Ёба, мне так страшно, ребят. Вообще, трындец. Юля, вроде такой огромный объект, а как спрятаться, непонятно. Вот развернись просто назад. Ты чего меня напугал? Ё-моё! Так... А я думаю, что я застряла? Ладно, я представлю уже все, предлагаю на этом закончить. Ребят, сорян за ваши уши. Да, то, что у вас есть уши. Ладно, суши, уши, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.